Мнение от Антона Сизых из комментариев в группе «Альтернативная история» ВКонтакте. Главным и последним художником-свидетелем перед эпохой фотографий был выдающийся шотландский художник и популяризатор древней истории Дэвид Робертс, путешественник по Египту и Ближнему Востоку, чье наследие литографий признано лучшим путеводителем викторианской эпохи по древним местам. Его литографические работы фотографически точны.